Вот смотрите, я сейчас снимаю солнце через сварочное стекло. А сварочное стекло, как черное зеркало, вот сейчас дает мое отражение. Вот, вот оно. Вот это отражение, вот это сварочное стекло. Вот я направляю камеру на солнце. Вот мы видим солнце через сварочное стекло сейчас. Вот эта точечка. Так. Вот я сейчас буду приближать ее. Вот. Вот сейчас солнце видно в объектив, а мой глаз в очках видно в это стекло, как в зеркало. Вот такой вот супер эффект. Сейчас я еще буду снимать солнышко. Вот зумом отрабатываю. Вот я снимаю сейчас солнце. Вот это видно солнце через сварочное стекло. Он не хочет фокусироваться, у солнца. У этого стекла есть своя толщина, из-за этого есть аберрация определенная.